Здравствуйте, меня зовут Павел. Это вторая часть видео на тему лишения общения. В принципе, за который многие считают свидетелей Иеговы тоталитарным культом, и который до конца не могут принять даже действующие свидетели Иеговы. Если вы не смотрели первое видео, начните лучше с него. В первой части мы рассмотрели Матфея 18 и послание Коринфянам, на которых свидетели Иеговы обосновывают допустимость тайных судов старейшин, которые они называют правовым комитетом. Мы узнали, что в трактовке общества «Сторожевая башня» эти суды выглядят не так, как представлены в Библии. Но что интересно, в этих стихах нет жестких требований исключить всякое общение и даже не здороваться с бывшим членом собрания. Откуда же у свидетелей Иеговы взялось это требование? Из 2 Иоанна, 10 стих. «Если кто-нибудь приходит к вам и не приносит этого учения, не принимайте его в своем доме и не говорите ему слов приветствия, потому что говорящий ему слова приветствия становится соучастником в его злых делах». В вопросах читателей из «Сторожевой башни» за 2001 год задан вопрос, относится ли текст 2 Иоанна 10, в котором говорится «не принимать в дом и не приветствовать некоторых людей лишь к тем, кто распространяет ложные учения». Из контекста ясно, что этот совет относится ко многим обольстителям, которые вошли в мир, к тем, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 2 Иоанна 7. Апостол Иоанн давал совет христианам того времени, как относиться к тем, кто отрицает, что Иисус действительно жил или что Он Мессия и Искупитель. Иоанн писал, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Но из других текстов Библии видно, что этот совет имеет более широкое применение. Однажды среди христиан в Коринфе был человек, совершавший безнравственные дела, поэтому апостол Павел писал коринфянам «не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам 5 глава. Далее идут ссылки на Откровение, Фессалоникийцам, Евреям, Галатам, Иуды, Луки, Тимофею, Евреям, снова 1 Коринфянам 5 глава, 2 Петра, то там, то сям выдергиваются разные стихи из посланий Иоанна. Словом, делается все, чтобы размыть контекст, смешать любые грехи в одну кучу и подвести к тому, что за любые грехи и несогласия с официальным учением свидетелей Иеговы старейшины вынуждены исключать из собрания, а христиане не должны даже здороваться с этими людьми. Но ведь мы уже рассмотрели Матфея 18 главу и первое послание Коринфянам и знаем, что не было никаких судов и никому директивно не запрещали всякое общение с этими грешниками. И как вообще можно мешать эти стихи в одну кучу? Ведь и по контексту, который объясняет тяжесть греха, и даже по времени написания эти стихи и второе послание Иоанна разделяют годы и десятилетия. И первое послание, и второе послание Иоанна имеют конкретный контекст. В них говорится не принимать и не приветствовать того, кто учит, что Иисус не приходил во плоти. Это расценивается как очень тяжкий грех. Но опять же, здесь не говорится, что нужно директивно запретить другим людям с ним общаться. Здесь говорится, не принимайте его в своем доме, и вы не говорите ему слов приветствия. Я понимаю, если бы эти слова и соответствующие отношения свидетелей Иеговы адресовали бы к тем, кто на основании христианства начал строить новое учение о том, что Иисус приходил как дух, а не как человек из плоти и крови. То есть это было бы серьезное, намеренное искажение основы христианского учения. Это бы совпадало с контекстом, в котором эти слова были сказаны. Я встречаю массу верующих, бывших свидетелей Иеговы, которые по-прежнему верят в Иисуса, как приходившего во плоти, и Иегову, как Бога Отца,
но которым каким-то боком свидетели Иеговы применяют эти стихи. Свидетели Иеговы постоянно говорят о единстве, подразумевая при этом единое мнение на все вопросы вероучений и отсутствие всяких разногласий в собрании. Но в посланиях Иоанна основой единства считается именно признание Иисуса Христа Мессией и Сыном Бога, пришедшим во плоти. Кто признает, что Иисус Христос – Сын Бога, с тем Бог в единстве, и тот в единстве с Богом. И мы сами познали любовь, которую Бог имеет к нам, и поверили в нее. Бог есть любовь, и кто постоянно проявляет любовь, тот в единстве с Богом, и Бог в единстве с Ним. Все. Согласно этому, всех христиан должно объединять признание Иисуса Христа Сыном Бога. Вместо этого, если совесть кого-то из свидетелей Иеговы не позволяет ему признать какие-то второстепенные учения и доктрины, как, например, несуществующие в Библии правила по лишению общения, и он будет общаться с исключенными или говорить о своем несогласии, его также исключат из собрания. А что Иисус мог бы сказать по этому поводу? В Марка 9 написано: «Иоанн сказал ему: Учитель, мы видели одного человека, который твоим именем изгоняет демонов, и пытались запретить ему это делать, потому что он не ходил с нами. Но Иисус сказал: Не запрещайте ему, потому что тот, кто совершает могущественные дела от моего имени, не станет сразу после этого злословить меня. Ведь кто не против нас, тот за нас. И тот, кто даст вам чашу воды, потому что вы принадлежите Христу, истинно говорю вам, не потеряет своей награды. А тому, кто становится камнем преткновения для одного из этих малых, которые верят в меня, было бы лучше, если бы ему на шею надели жернов и бросили его в море». Здесь Иисус показывает приоритеты, что главное и основа единства христиан – вера в Него, а не какие-то нюансы и тонкости, которые могут послужить преткновением для веры какого-то человека. Если вы свидетели Иеговы, попробуйте сказать что-то против так называемого верного раба. Не против Иисуса или Иеговы, а против верного раба, полномочия которого и вообще факт его наличия как управляющего теократического органа прямо нигде не описаны в Библии, который не приводится в примерах грехов, за которые нужно лишать общения кого-то из собрания. Почему же искренне верующих в Иисуса как Сына Бога христиан лишают общения их братья и сестры? Причем не только сестры по вере, а и кровные родственники, сестры, братья, дочери, сыновья, родители. Покажите мне, где в Библии это написано. Я готовил это видео и нигде такого не нашел. Общество Сторожевой Башни сваливает все грехи в одну кучу, все стихи, навязывая свое черно-белое культовое мышление. Слишком много грехов, если человек не раскается в них старейшинам, повлекут его исключение. Но мне кажется, что позиция христианина и его личное отношение к грешнику, исходя из степени греха по рассмотренным стихам, может быть следующей. В Матфея 18, там где личный конфликт, Библия говорит, что можно кушать вместе, общаться, быть бдительным с этим человеком и пытаться его исправить и направить. Верный раб же всегда одинаков лишить этого человека общения и запретить другим с ним даже здороваться. Первая Коринфяна, описывающая более серьезный грех, уже более строго рекомендует поступать с таким человеком. Не есть вместе, то есть не общаться дружески. Но здороваться с таким человеком можно. Напоминаю, что, как и во всех моментах, Библия оставляет эти вопросы решением совести каждого человека. Верный же раб директивно лишает этого человека общения и запрещает всему собранию с ним здороваться.
Второе послание Иоанна. За непризнание Иисуса и распространение ложного христианства, то есть изменение самого главного принципа христианства, признание Иисуса Христа, рекомендует и настаивает не общаться самому с этим человеком и не здороваться с ним. Верный раб, как всегда, лишает человека общения и запрещает с ним здороваться всему собранию. Вывод, который я могу сделать. В христианстве нет практики лишения общения в той форме, как этому учит так называемый верный благоразумный раб. Раб намеренно исказил понимание Писания, манипулятивно свалив все стихи в одну кучу, по сути оставив один существенный грех – несогласие с верным рабом по любому вопросу, если это несогласие подвержено огласке. Напомню, что в Библии нет описания такого греха. Раб забрал у людей свободу совести, по которой они должны принимать решения за себя. Этим верный раб нарушает не только библейские принципы, но и конституции большинства, если не всех стран. Доктрина свидетелей Иеговы о лишении общения приносит массу страданий как действующим, так и бывшим свидетелям Иеговы, а также их родственникам. Рассмотрим несколько примеров с официального сайта. Даже тяжело комментировать эти строки. Выслушав речь на районном конгрессе, один брат и его сестра поняли, что им нужно изменить отношение к своей матери, которая была лишена общения уже 6 лет и жила отдельно. Сразу после конгресса брат позвонил матери и, заверив ее в их любви, объяснил, что они не будут больше с ней разговаривать, кроме случаев, когда требуется лично обсудить важные семейные дела. Не спрашивайте меня, почему я веду борьбу с обществом сторожевой башни. И не говорите мне, что учить дочь не общаться с собственной матерью – это христианство. Не ищите оправданий, чтобы общаться с исключенными из собрания членами семьи, например, по электронной почте, снова 1 Коринфянам. Оставайтесь занятыми духовными делами. Сестра, чьи слова приводились выше, говорит: «Я знаю, что мне нужно оставаться занятой в служении Иегове и быть духовно сильной, чтобы, когда моя дочь вернется к Иегове, я могла ей помочь». Сравните это с тем, как врач бы сказал больному: «Когда выздоровеешь, приходи, я тебе помогу». Как быть, если умерший был лишен общения? Обычно в таком случае собрание не принимает участия в похоронах, и зал царства не используется. Если человек проявил признаки раскаяния и выражал желание быть восстановленным в собрании, совесть брата может позволить ему произнести библейскую речь в траурном зале или на месте погребения, чтобы дать свидетельство неверующим и утешить родственников. Однако перед тем, как принять такое решение, брату было бы мудро проконсультироваться у совета старейшин и учесть их рекомендации. Если обстоятельства таковы, что брату было бы не мудро участвовать в похоронах, то с речью, утешающей родственников, возможно, было бы уместно выступить брату, который является членом семьи умершего. Вы понимаете, не мудро участвовать в похоронах с речью, утешающей родственников. Это что, кого-то приткнет, разрушит единство? Скажите прямо, в чем приоритеты свидетелей Иеговы? Где ваша любовь и милосердие в такую тяжелую для людей минуту? Правильно ли родителям-христианам садиться вместе с исключенным из собрания ребенком на встречах свидетелей Иеговы? Целая статья о том, где же сидеть несчастному ребенку, родители которого забыли о своих родительских чувствах. Позволить исключенному из собрания несовершеннолетнему ребенку сидеть рядом со своими родственниками во время встречи – это одно. И совсем другое, когда родные без необходимости ищут общение с ним. Если у верных членов семьи правильный настрой,
по отношению к исключенному родственнику, и они стараются следовать библейскому совету, касающемуся общения с ним, то не должно возникать причин для беспокойства. 1 Коринфянам, 2 Иоанна. Верный раб просто бездушно дожимает несчастных родителей исключить всякое общение даже в контексте изучения Библии. И опять приводятся рассмотренные нами стихи, которые, как мы теперь знаем, возможно, относятся совсем не к тем грехам, за которые был лишен общения этот ребенок. Да и сама процедура лишения общения имеет мало общего с тем, что происходило в собраниях первых христиан. Хочется сказать, зачем нужна вообще эта статья «Где сидеть?» Неужели недостаточно просто напомнить, что Иисус постоянно общался с грешниками, возлежал и ел с ними? Почему Он не боялся кого-то приткнуть? А вот интересно, в собрании должны поддерживать и продолжать любить тех христиан, чьи родственники грешат против Иеговы. Как бессердечно было бы игнорировать игнорировать или относиться неприязненно к этим верным христианам. Но как же? Лишение общения – это же любящая мера. А выходит, как же бессердечно случайно попасть под эту любящую меру? Преданные Богу члены семьи особенно нуждаются в ободрении. Они могут чувствовать себя одинокими. Обстоятельства, возможно, подавляют их. Можно поделиться с ними по телефону духовно интересной новостью или воодушевляющим случаем. Если на твой звонок отвечает лишенный общения, просто попроси к телефону его христианского родственника. Заметьте, лишенного общения уже и христианином не считают. А далее, не переставай делать добро всем своим по вере. Я не пойму. Сегодняшнего брата завтра называют нехристианином, применяют к нему бессердечную любящую меру. Так кто же для свидетеля Иеговы свои по вере? Мне вспоминается случай. Недавно позвонил один знакомый брата по вопросу в сфере моих профессиональных интересов. С Сергеем он был знаком тоже через профессиональную деятельность, и еще когда Сергей был свидетелем Иеговы. И этот человек мне говорит: «Я из протестантской церкви. Мы уважаем свидетелей Иеговы, так как мы тоже христиане. Нас объединяет Иисус». И дальше мы уже говорили о деле. Мне интересно, знал ли он, что свидетели Иеговы считают христианами только себя? Хочется спросить свидетелей, если помогать христианам – это только свидетелями Иеговы, тогда в чем заключается ваша вера? Это вера верного раба? Не это ли вера верного раба и есть то разделение, от которого нужно беречь христианство? То разделение, о котором предупреждали апостолы? Ведь получается, что даже от человека, оставшегося верным Христу, свидетели Иеговы уже отрекаются, если он не верит в раба. Но мы рассмотрели стихи, в которых Иисус и Иоанн объясняли, что единство христиан как раз и строится вокруг базового принципа – признания Иисуса Христа, Сыном Бога, пришедшим во плоти. О рабе в Библии нет и слова, когда речь идет о единстве. Это не единство вокруг признания верного раба. Заботясь о фасаде своей организации, о том впечатлении, которое они производят в публикациях, свидетели Иеговы очень часто приводят следующие стихи. «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я люблю вас, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь». Свидетели Иеговы всем рассказывают, какая у них любовь и братство. Но я вам скажу, я постоянно пересекаюсь с людьми, которые видят страдания людей из-за лишения общения. Эту сторону так называемой любви в собрании. Среди людей, которые знают о лишении общения, многие не были свидетелями Иеговы, но узнали от знакомых и друзей
об этих принципах свидетелей Иеговы. И поверьте, что эти люди никогда не согласятся с тем, что свидетели Иеговы узнают по любви и братству. Так относятся ли эти стихи к свидетелям Иеговы? Подумайте, в каком свете вы демонстрируете Бога всему миру? Привлекают ли такие жестокие меры людей к Богу? Или наоборот, это больше похоже на антирекламу Иеговы? А не потому ли многие возмущенно закрывают перед вами двери, так как знают об этих нехристианских принципах? Не потому ли многие считают свидетелей Иеговы сектантами, что они не видят этого очевидного приоритета любви и милосердия в христианстве над единством во всем и слепым послушанием руководству? Я знаю людей, которые боятся выйти из свидетелей Иеговы в этот, как они считают, жестокий мир. Я же наоборот боюсь, чтобы мои дети вошли в это жестокое братство. Трудно представить что-то более жестокое, чем бойкотирование своих родителей или детей за то, что они не признают того или иного религиозного руководства. И тем драматичнее это выглядит, если обе стороны продолжают считать Иисуса своим Господом. Иисус об этом учил. Закончить хочу одним примером того, как сам Иисус следил за чистотой собрания, как Он воспитывал своих ближайших последователей, совершивших тяжкий грех, как Он лишал общения тех, кто своим нехристианским поведением мог приткнуть кого-то. Петр сидел снаружи во дворе. К нему подошла служанка и сказала: «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином». Но он стал отрицать это перед всеми: «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он вышел к домику при воротах, его заметила другая служанка и сказала тем, кто там стоял: «Этот человек был с Иисусом Назаретянином». Он снова стал клятвенно отрицать это: «Я не знаю этого человека». Спустя некоторое время стоявшие там подошли и сказали Петру: «Ты точно один из них, ведь и говор выдает тебя». Тогда он стал проклинать себя и клясться: «Я не знаю этого человека». И тотчас пропел петух. И Петр вспомнил слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Он вышел и горько заплакал. А ведь это был тот самый Петр, которому Иисус ранее сказал: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Иисус, конечно же, лишил его общения за столь тяжкий грех, чтобы другим неповадно было. Естественно, предварительно Иисус устроил Петру допрос на 3 часа времени о всех доктринах вероучения. Да? Нет. Когда они позавтракали, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше рыб, которые мы только что съели?» Тот ответил: «Да, Господи, ты знаешь, как ты дорог мне». Он сказал ему: «Питай моих ягнят». Он снова спросил его во второй раз: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Тот ответил: «Да, Господи, ты знаешь, как дорог мне». Он сказал ему: «Паси моих овечек». Затем он в третий раз спросил его: «Симон, сын Иоанна, дорог ли я тебе?» И когда он в третий раз спросил: «Дорог ли я тебе?», Петр опечалился и сказал ему: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, как ты дорог мне». И Иисус сказал ему: «Питай моих овечек». Я даже раскаянием это назвать не могу. Петр просто заверил Иисуса в собственной любви. И Иисус доверил ему всю церковь, как и обещал ранее. Кто-то еще из бросивших его в день казни раскаялся перед Иисусом? Я не нашел этого в Библии. О чем это говорит? О приоритете любви, милосердия и прощения, а не того надуманного единства и чистоты собрания, за которым скрывается только страдание семей,
вследствие слепого послушания человеческому органу, так называемому верному и благоразумному рабу, который давным-давно для свидетелей Иеговы занял место Иисуса в роли посредника между Богом и людьми. Всего вам хорошего, любите ваших близких и не позволяйте никому вас с ними разлучать. Тем более, прикрываясь Богом и перекручивая учение христианства в своих интересах. Желаю вам свободы.